мужик орешь. Следующая песня посвящается, называется «Начало». Мы с ужасом узнали о смерти,
одного из участников великой группы Амурамонус. Мы хотим посвятить следующей песне его памяти и памяти этой великой группы. Это песня «Уходи». Thank you.
Табажирую страну прихожу, звучит богуша, какая на руке, рассылается выше, поверьте! Как стояли там, так и стоял. У нас для вас тоже есть сюрприз, но я думаю, еще никто не подошел, да, с сюрпризом. Ты понял, да? Всегда такой не узнать, устал на окне, нормальный и будет как раньше кривой горизонт. Ломаются дальше, где я ору, да что скоро собрать. Завтрак нет, нормальный костяк. На парапах! Я дорог автор! Подождёт! И значит сразу! Осталось так мало. Спасибо, Питер! Вечером после восьми девочки извиняются, мальчики что на пути. Борьба! 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 Ты была пакет культура, испачкала пакет вином. Я ищаю, что гораздо дура. Come on!
можем им помочь. Я раскрыла дома.
мама. Но все равно я не против всегда. Знаю, что я буду сам. А где кувшин? Не, не графин. Графин будет, когда будет кувшин. Мы вам его подарим, отвечаем, если его принесут. А какую песню сыграть, скажите? Это делаем редко, но для вас, потому что мы из Питера, мы сделаем исключение. За нами дом! We lost two times for the loss. We went to war, but they lost. We lost our enemy. It's all. Мы споем песни, которые сочинили в 98 году. По нашему мнению, это хип-хоп. Fucking life! Гуф тогда еще дурачил, походу. А мы такие. Fucking life! Come on, 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 come on
которая, как говорят, накликала известные события с альбома «Ультиматум». И все песни накликали известные события. А вы знаете, какие? Мы говорим о Штирнере, а не о Ницше. Мы говорим не об экзистенциализме, а о новой философии, новом взгляде на вещи. Подумайте об этом. Война! 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 Война!
Thank you.
Вчера, сегодня обычный день, ничем не отличающийся от всех остальных, в котором мы находимся, являясь соучастниками драматического проживания. Каждый из вас проживает драматическую жизнь, потому что каждая жизнь имеет ценность. До следующей песни проект. Thank you.
Thank you.
Спасибо, Питер!